Добрый день, меня зовут Ахмед, я из города Витебска. Водительский стаж у меня больше 30 лет. За рулем я нахожусь где-то 2-3 часа, но обычно бывает, когда за город выезжаю, еще больше там, конечно. Ну и я работаю на госпредприятии, это Витебское предприятие, начальником производственного участка. Ну, конечно, основное это сельскохозяйственное предприятие, поэтому там тонкостей много, конечно, рассказывать не знаю, смысла я вам не вижу. Ну, а увлечение, ну, как бы, так, как таковое увлечение у меня нет. Ну, клиентом «Белоруснефти» я, конечно, являюсь за все время, сколько я за рулем. Когда вначале пользовался, конечно, и другими компаниями, но в основном «Белоруснефть». А «Белоруснефть» уже, как начали выдавать эти карточки, с тех времен я постоянным клиентом, потому что иногда вот это приложение приходили уведомления, поэтому, когда читал, ну, пользовался, и с тех времен, сколько он, больше 10 лет или 15 лет, вот я пользуюсь именно, я именно как постоянно. Да, пользуюсь билкартой каждый день, иногда и два раза даже в день. Основная, да, зарплатная карточка, это, ну, как бы две карточки, и билкарт, и виза, а я пользуюсь в основном билкартой все время. Знал, конечно, иногда ролики смотрел тоже, видел это все, но знал, что это не развод, потому что разводить один-два раза понятно, но постоянно столько лет разводов не бывает, не будет, это точно, конечно. Видел, ну, была надежда. Ну, конечно, когда Георгий Колдун когда звонил, был удивлен, но, в принципе, я знаю, как он выступает иногда по телевидению, как его брата, и был удивлен. Но единственное, я поверил, потому что звонил на обычный номер, не на Вайбер, не на другие номера, поэтому уже тут никакого развода не может быть, мошенничество. Поэтому был удивлен, было очень приятно, конечно. Я как раз в то время находился на прогулке со своим другом, с товарищем, ну, с генеральным директором с нашим. Были на прогулке, это было после 6 вечера, и было очень приятно, он так уверенно, четко предоставил. Ну, для меня, как бы, это было, конечно, вначале как шок, а потом уже потихоньку уже проверил. Очень приятно было. Вот только, который со мной был, генеральный директор, мы с ним были на прогулке, я ему только объяснил. Ну, правда, дома никому еще ничего не объяснил еще пока. Да, так в секрете как бы. Знает несколько человек. Дочка знает, одна, остальные не знают. Это первый у меня выигрыш. Больше никогда не было никаких призов, не было, выигрыша не было никогда. Вот первый приз, выигрыш. Ну, если удача, конечно, это получается Hyundai Santa Fe, который мне принесли. Сейчас я имею в виду, на основании этого я получил приз, и вот это моя удача, и вот это и приз. Вот я сейчас, конечно, люблю, ну, уже на машине, как говорится, меньше, а в основном самолетом летаю. Ну, единственное мое желание, конечно, побыть, путешествовать в Белорусскую почту. Там чисто случайно один раз было зимой, конечно, правда, там, ну, особо таких там эмоций ничего не видел, не было. Ну, летнее время хотел бы попасть туда. А так везде, все вот эти, где памятники, где это все было по Беларуси. Потому что уже с 89 года нахожусь в Беларуси, поэтому уже вдоль поперек уже ездил, знаю Беларусь. Конечно, самое главное, что желание участникам рекламной игры, это желание, и всегда надежду надо верить, и самое главное терпение, конечно. Главное терпение и надежда. Не надо падать духом и должен быть уверенным во всем своей надежде.